И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной игровой видеоролик с новыми устройствами, с новыми пушками, новыми, потому что их обновили. И я надеюсь, что вам нравится данная рубрика. Если вам нравится все это дело, то не забывайте поддерживать ее лайком, не забывайте подписываться на канал, если еще вдруг не подписан. Не забывайте также нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Сегодня у нас будет одно очень интересное вооружение. Многие просили меня в комментариях под предыдущими видеороликами, чтобы я потестировал грома. Грома с крупно... Ой, не с крупнокалиберными снарядами, а с подкалиберными снарядами. То есть это тот самый гром, который отключает сплэш урон, но и также отключает сам урон по себе. Очень интересное устройство, которое у нас апнули буквально где-то недельку назад, да, на последнем... на последней перебалансировке. И сегодня я покатал на ней. Скатал две довольно-таки, или даже три интересные катки. Получилось довольно-таки неплохо. Катки, к сожалению, к большому сожалению, я сделал без звука. То есть сейчас уже будем смотреть, что у нас там получилось. Первую катку я тут запикивался на Forest в режиме TDM. Решил посмотреть вообще, как будет смотреться данное интересное вооружение в TDM-ке. И также по вашему совету я решил уже начать эксперименты с дронами. Пробовал я данное интересное вооружение с Харьком, но с Харьком оно смотрится очень просто. Дабы усложнить ситуацию, дабы как-то, ну, преобразить, наверное, этот самый интересный гром, я одел викинга, одел бустера. С бустером, я скажу сразу вам, не играл на протяжении, наверное, где-то полугода, да, уже довольно долго я играю на защитнике и его вообще практически не снимаю. Сейчас же одел я этого самого нагибаторского бустера, решил скатать, посмотреть вообще, как с ним играть. Конечно, немножко непривычно в плане того, что теперь тебе надо прожимать не ДДшку, ДАшку, а наоборот расходку, дабы у тебя сразу был двойной дроп. Но после там первой катки уже более-менее все вроде как правильно по расходке начало у меня получаться. Каточка получилась очень неплохая. В ТДМке, как по мне, гром себя очень хорошо показывает. Можно играть как на маленьких картах, так и на больших картах. Урон хороший, сплэш урона нету. Соответственно, вам надо просто попадать по противнику. Желательно, чтобы было как можно меньше стеночек. Ну, либо вам надо просто играть в упоре, дабы наносить как можно больше урона. И, соответственно, нагибать, нагибать и еще раз нагибать. Занимать первое место, получать 6 звезд в катке. Ну и, конечно же, при всем этом раскладе выигрывать сам, соответственно, бой. Ну и понятное дело, что с викингом на громе очень интересно бывает моментами прожимать овердрайв. Очень эффективно он начинает работать. Ну и, соответственно, довольно большое количество урона у вас периодически получается выдавать. Да, есть моменты, когда там, может быть, респится только танк, ты по нему кидаешь 0 урона, и потом тебя там сливают, если что-то неграмотно совсем идет. Но, в общем и целом, викинг на громе показывает себя очень круто, очень стабильно. И, наверное, за последнее время это впервые, когда я могу сказать, что гром — это та пушка, на которой сейчас можно играть в матчмейкинге, да. То есть если я акцентировал раньше свое внимание на каких-то определенных там 2-3 пушках и говорил, что все, за эти рамки вы не уходите, то сейчас даже вот этот вот нагибаторский гром можно спокойнейшим образом брать и использовать в матчмейкинге, благодаря тому, что по сути сейчас уже большинство игроков в матчмейкинге отвыкли от того, что надо брать резист. Раньше же, как вы помните, постоянно брали как минимум 3-4, может даже 5-6 резистов от данной пушки. И на ней, по сути, кроме Харька, играть, ну, было просто бессмысленно на любом другом корпусе. А сейчас же резист уже от нее не так сильно берут. Берут больше от рельсы, да, всегда дефолтно от вулканчика, от каких-то там твинсов-рикошетов. А от грома уже берут как можно меньше резов. И за счет этого, безусловно, пушка уже себя ведет совсем по-другому. Берут меньше резов, больше появляется пространство, больше можно набить опыта, соответственно, уже и спрос на эту пушку повышается. Ну и я с такой логикой, с такой точки зрения могу вам сказать одну простую вещь. Если вы запикиваетесь в катку, например, играете через HTML, хоп, тапчик нажали, хоп, посмотрели, резист от грома нет, взяли и сразу нагнули. То есть в ТДМ-очке,
в ЦПшечке спокойнейшим образом данное интересное вооружение может вам приносить первые места без особого такого жесткого напряга. Ну и при всем этом раскладе вы не будете дамажить по себе урон, вам не будет как-то неудобно и непривычно. Единственная проблема это только то, в том, что вам надо метко стрелять, дабы вы попадали постоянно по противнику, а так вот в упоре даже спокойнейшим образом можно каких-то викограммов разбирать и занимать, соответственно, первое место. Что касаемо здесь первой катки, уже остается 2,5 минуты до конца, если не ошибаюсь, здесь даже была такая небольшая досрочечка. Катка складывалась очень просто, я постоянно занимал вражеский респ, как вы видите, уже 18 киллов я здесь набил. И с акцентом на вражеский респ получилось очень легко сыграть, и бустер меня, кстати, не подвел, да, кто-то скажет, что бустер там на один выстрел, это мало, я с вами соглашусь, безусловно, если вы будете использовать защитника, то он будет вам приносить больше пользы, но ради разнообразия вы меня просили, чтобы я тестировал другие дроны, а не катал постоянно на одном и том же этом защитнике, о котором я всегда говорю, что он крутой, он нагибаторский, можете с ним играть и не будет у вас вообще никаких проблем, и вы можете его не менять вообще нигде и никогда. Но так как вы меня попросили потестировать, я одел этот самый бустер. Но сразу вам скажу, что одного грома, ну ладно, там, наверное, можно два выдать, да, успеть два грома выдать с бустера, это все равно мало. Это не то, ради чего стоит тратить свои дополнительные ДДшки, потому что с бустером дополнительно еще плюс 3 ДДшки хавает дрон. И, соответственно, ну, я никому не советую, чтобы вы постоянно играли на этом бустере. Да, есть какие-то определенные бои, например, как здесь, да, то, что можно взять и использовать. Но на постоянной основе использовать данное устройство я никому не советую. Я считаю, что это вообще в большинстве случаев просто глупо. Нету смысла, ну, вообще никакого, просто никакого смысла нету брать и катать. Дальше я решил пикнуться в контроль точек, решил посмотреть на другой режим, на другую катку, посмотреть, что вообще здесь может у меня получиться с этим громом. И немножко я, честно говоря, расстроился. Расстроился, потому что все же не всегда на данный период времени в матчмейкинге нету резистов от грома. В данной катке, если я не ошибаюсь, было 3, может быть 4 даже резиста от данной пушки. И еще одну проблему, которую я словил, это защитники. Играя с викингом, играя с любым другим корпусом, который не называется Хорнет, защитники это ужасная беда, просто ужаснейшая. И зачастую из-за игроков, которые прокачаны с данным интересным дроном играют, у вас получается прям, ну, очень жесткая и очень потная борьба за очки. И зачастую вы не только не можете набрать большое количество опыта, но вы еще и из-за этого проигрываете. В этом смысле я даже как-то и столкнулся в этой интересной катке. И я вам скажу, что моментами у меня даже, честно говоря, подгорало. С того, что вот, например, я сейчас накидываю по Харику по 200 урона. У него есть резист, у него есть защитник. И все, это ГГ. То есть я могу кидать этот урон, ему будет просто до фени, он будет ехать дальше, он будет меня нагибать. Я пытался максимум выбивать, ну, такие танки, у которых там нет реза или еще что-то. На этот момент, кстати, там два только резиста было у противника, там, по ходу боя, я так понимаю. Ну, стало их больше, потому что под конец у меня там, я помню, вообще подгорало жестко. Не получалось ничего довольно грамотно сделать. И соответственно, на таких картах, так как Кунгур, мне казалось, да, здесь можно спокойнейшим образом легко реализовать такое вооружение. Но по итогу я увидел, что я вообще не прав. И на тех же точках уже так просто и грамотно реализовать викинга грома намного тяжелее. Вы скажете, что я ну прак, я играть не умею, поэтому ты не смог реализовать. Но я вам скажу, что если вы даже будете ультра жестко играть аккуратно от позиции той, что вы будете просто кидать урон, не ехать, не забирать точки, да, не будете помогать своим тиммейтам выигрывать катку, даже при этом раскладе, играя против защитников, на таком сочетании вам будет очень и очень сложно забирать не только очки, да, не только убивать противника, но и вообще выигрывать этот бой. То есть, если вы будете играть сейвово, по сути, вы не заберете там нужную точку, противник будет их отжимать, и вы, соответственно, будете проигрывать катку. Здесь же, в этом бою, случилось что-то подобное, моментами не получалось у меня реализовать грома, да, где-то я понимал, что
пушка хоть и ДПМит довольно неплохо, но какие-то нюансы появляются, я не успеваю там добивать кого-то, да, даже с бустером, не успеваю наносить должное количество урона и не нахожу те самые нужные позиции для реализации овердрайва. Все-таки, даже если не ошибаюсь, примерно сейчас я должен был прожимать овердрайв, да. Даже сейчас прожимаю овердрайв, меня просто сбивают на аптечке. Я не реализовываю его абсолютно никак. А если вы мне скажете, зачем ты реализовал именно в этом моменте, я вам скажу то, что здесь на такой карте, когда у вас имеется режим контроль точек, очень тяжело найти момент, когда вы будете видеть там 3-4 танка в одном месте. И еще, чтобы в этом моменте вы смогли не только их увидеть, но и взять и слить. Поэтому моментами получаются довольно сложные ситуации, которые ты не можешь реализовать в свою пользу. Но давайте грустные моменты оставим на потом. По сути, по минусам я уже прошелся. Что касаемо плюсов данного грома, я уже как бы выделил все эти моменты. То, что как бы здесь и нету того сплэш-урона, нет самоурона. Это самая главная вещь. И по сути, наверное, даже данный Вика-Гром можно было бы намного эффективнее использовать в каком-нибудь режиме того же захват флага, да, поиграть близко, да, поувозить флаги, у тебя нет сплэша, ты играешь как, ну, грубо говоря, смока, при этом наносишь довольно большой урон и, соответственно, раскачиваешь катки. Здесь же, что касаемо Кунгура, получился, ну, не самый благоприятный, да, исход, который мог бы быть. Хотя до какого-то определенного момента мы прям хорошо вели, у нас все получалось. Но по отношению с, ну, именно если акцентировать внимание на то количество опыта, которое у меня было, я уже отлично понимал, что этого недостаточно для того, чтобы я сказал, что эта пушка нагибает. Да, есть определенные режимы, где она тянет, но это не лучший пример, я имею в виду именно ЦПшку и данную интересную карту. Возможно, мне стоило играть как-то по-другому, как-то более грамотно, возможно-таки. Не кататься по точкам, а катать от вражеского респа, там уже и прожимать этот овердрайв. Но я все же был нацелен на победу, старался забирать вражеские точки, старался за счет этого как-то помогать своей команде, но, к сожалению, у меня, ну, не так грамотно, наверное, это получалось, либо же я просто попадал, ну, не в самые приятные тайминги для себя. Остается минута 20 до конца данного боя, кажется, что мы уже ведем, все хорошо, как бы 16-13, по тихой даже точечки вражеские отхватываем, но я отлично понимаю, что против хорьки, которые в один тайминг начнут прожимать овердрайвы, и начнется беда, потому что это овер хорька, который унесет тебя быстро, при том раскладе то, что эти танки играют на защитник, и то, что в любой момент, как только я перестану контролировать какие-то определенные точки, мы будем терять ситуацию на карте. Вот что у нас вообще, в принципе, и произошло. Казалось бы, времени уже мало, мы ввели по счету, остается всего лишь 45 секунд до конца, но уже сейчас, на данный период времени, в катке просто беда. У нас летят точки одна за другой, я хоть и пытаюсь сейчас отхватить одну, пытаюсь ехать сразу же захватывать следующую, но я не знаю, может быть, команда делает что-то не то, но у меня не получилось забрать ни сейчас точечку С, что меня сразу же разбирает Хорнет и Рикошет, о чем я им говорил. И, соответственно, времени уже остается мало, все точки уходят под контроль противника, и в этом режиме, как бы, грубо говоря, все у вас заканчивается. Хотя, по ходу боя мы вели, у нас все получалось, и я думал, что мы выиграем данную катку без особых проблем. Поэтому, если констатировать факт и сказать, где лучше использовать данное интересное вооружение, я вам скажу такую вещь. Лучше возьмите и реализуйте это интересное вооружение в режиме ТДМ. Можете попробовать в захвате флага, но в ТДМе точно оно будет нагибать. Если будете играть в точках, в других режимах, о которых я не говорил, то старайтесь реализовывать данное интересное вооружение на вражеских респах. Ну и пытайтесь сближаться максимально близко с противником. Зачастую игроки думают то, что у вас есть сплэш-урон, то, что вы наносите урон по самому себе, но у вас на данный период времени имеется очень хорошее устройство для грома, и если не будет резиста, не будет тех самых злых хорьков на защитниках,
то у вас будут отличнейшие шансы максимально грамотно реализовать данное интересное вооружение. У меня, друзья, на этом все. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте прожимать лайки, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего, друзья, не пропускать. Также, друзья, не забывайте в комментариях под данный видеоролик писать свои интересные пушки, корпуса, вооружения, в общем и целом, да, какие вы бы хотели видеть в следующем видосе. Ну и не забывайте, что как только 150 лайков у нас набирается, сразу же следующий интересный игровой видеоролик на канале у нас появляется. С вами был мистер Ванька, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.